Предпринимательство расширил перечень целевого предоставления микрозаймов. Теперь займ можно использовать на приобретение легковых авто, снегоходных транспортных средств, лодок и лодочных моторов в целях ведения бизнеса. Такое решение было принято по результатам анализа обращений от предпринимателей. Подробнее о нововведениях рассказал заместитель директора фонда Сергей Михайлов. Обращалось ряд предпринимателей с просьбами выдавать микрозаймы на покупку, допустим, лодок, снегоходов, транспортных средств, особенно это пользуются у охранных агентств, у доставщиков, такси и так далее. Ранее это было запрещено. Сейчас это возможно, дабы расширить спектр предпринимателей и расширить количество предпринимателей, которым оказана поддержка государственная. Кроме того, изменения коснутся и конечного потребителя. Приобретая автомобиль, снегоход или лодку, предприниматель снизит издержки на транспортные расходы, что в конечном счете позволит снизить цены на реализуемый товар или услугу. Вот за время действия этого вида поддержки фонд выдал микрозаймы 7 предпринимателям на сумму 3,5 миллиона рублей. С новыми видами и условиями микрозаймов, предоставляемых фондом, можно ознакомиться на сайте Фонда поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа по адресу fond83.ru.